Всем привет! Сегодня я съезжу в замковый парк Хутияма. Поеду в соседний город Хутияма на поезде. Можно ехать со станции Тамба до Хутияма на поезде примерно 20 минут. Видим безмятежный деревенский пейзаж из окна. Город только что проснулся. Терминал Хутияма. Герой города Хутияма, самурай Мицухиде Акети, работает продавцом в магазине. Гигантская замковая скульптура Шатихоко. Город Хутияма расположен в северной части префектуры Киото. Семь городов, включая Хутияму, составляют историческую территорию Тамбы. Так называемая Великая Тамба. Город был основан Мицухиде Акети в самурайские времена. Государь Нобунага Ода назначил его на пост полководца, и он захватил эту территорию Тамбы в 1579 году. Замок Хутияма базировался полководцем Мицухиде Акети. В настоящее время житель Хутияма уважает его по причине его выдающегося правления. Это замковый парк, давайте войдем в самурайский мир. Это мост к самурайским временам. Вид замка на фоне голубого неба безупречно красив. Замок Хутияма имеет другой вариант названия «Лежащий дракон». Добро пожаловать! Это главный комплекс замка.
специальный автомат напитков и красивый мицухиде. Вид города из замка. Комплекс главной башни в центральной части замка. Военная база «Медные ворота». На стенах отверстия от ружья и от стрел. Послушаем речь Мицухиде. Итак, пойдем в главную башню. Каменная ограда замка Кутьямы построена специальной группой мастеров Ано. Это копия Шатихоко. Шатихоку крепили с обоих боков главной балки крыши храмов японских замков в качестве украшений оберегов. Здесь возведен синтоистский храм Асахи-джинджа. На месте очищения рук и рута Чозуя вода вытекает из-за рута дракона. Наконец-то давайте зайдем в башню. Благодаря особой заботе дали мне разрешение записи музея. Главная башня замка охраняется как городской краеведческий музей. Не видно вражеских самураев. Сохраняемые в музее исторические экспонаты и архивы драгоценные. Мицухиде был высшим вассалом для Нобунаги Оды.
Он сделал самую блестящую карьеру из вассалов Нобунаги. Теперь поднимемся на второй этаж. Самурай встречает меня. Катана и ружье — это его привет ко мне. Здесь выставляют самурайские оружия периода Эдо. Это настоящие самурайские доспехи. Катана. И кремнёвое ружьё. В 1582 году, когда государь Нобунага имел самую большую власть в Японии, Мицухиде вдруг отправил полки Стамбе. В то время Нобунага остановился в буддийском храме Хоннодзи в Киото. Вопреки сопротивлению, Нобунага и его сын покончили с собой перед многочисленными полками Мицухиде. Также известен под названием «Инцидент в храме Хоннодзи». Вот это высочайший этаж башни. Очень высоко. И прекрасно. Проводят фотосессию. Уже пора возвращаться обратно.